Всем привет! Давно ничего не выкладывал, вот, но решил выкласть видео по поводу крышки электросамоката своего, крышки деки, если правильней. Но сегодня 8 марта, я предполагаю, что мой канал смотрят одни мужчины, поздравлять никого не буду. Вот, с 8 марта. Ну, с чего начать? Ребят, короче, решил сделать подсветку крышки деки а-ля новогодняя елка. Это сантиметровый акрил. Он сейчас в пленке находится, чтобы его не царапать. Уже просверлено, отфрезеровано, так скажем, для светодиодной ленты местечко. Ну, готов. Вот он, так скажем, чистенький, красивенький там весь. Сейчас пока не планирую его убирать пленку, пока окончательно уже все не подгоню. Вот здесь будет стоять светодиодная лента на 144 светодиода на метр и музыкальный контроллер. Ну, с телефона можно будет управлять этой подсветкой. На данное время пока пробный вариант, я поставлю вот такую ленту. Это от самоката тоже, тут со стабилизатором, похоже, это стабилизатор, да, скорее всего. Вот, и посмотрим, как она будет светить поверх акрила. Почему акрил? Поликарбонат у нас нету, и он дорогой. Решил сделать акрил. Вот эта вот сталь 1,7, она будет стоять вот так вот. А это для сравнения родная крышка. У меня получается Ультрон 2018 года. Запкул, вернее. Крышка чуть уже. Я сделал чуть пошире, чтобы перекрывала контроллеры, как у 2019 года, чуть пошире крышка. Но длина деки у меня почему-то 2019 года, хотя самокат 18 середины. Вот. Так что, ребят, ну, по поводу вот этого я уже снимал видео, это для увеличения, так скажем, высоты деки. Вот этот бутерброд будет вот так собираться. Сейчас. Опс. Вот так. Я сейчас попозже попробую подключить эту подсветку и испытать, как оно будет гореть. Ну вот, как бы вот такой вот будет интересный момент. Ну, сейчас я, ребята, подключу и посмотрим, как будет гореть. Как вообще вот именно, насколько эффективно именно акрил, а не поликарбонат. Ребят, ну вот. Подключил так пробный вариант. Положил на батарею прям. Без всяких подложек, без ничего. Вот. Под низом видна батарея, вон синяя, вот здесь лежит просто кусочек листа бумажного, потому что наклейки желтые, ну, чтобы, так скажем, оно не мешало. Ну, довольно-таки неплохо горит это при свете, сейчас в данное время в ванне свет. Я так думаю, что когда подложки можешь подложить какие-то там, что-то, как-то, оно еще лучше будет гореть. Ну, предполагаю, что лучше и не надо. И, соответственно, светодиодная лента короткая, вот такая всего. У меня будет стоять вот отсюда до отсюда 51 сантиметр, а сейчас в данное время сантиметров 25 лента. Ну, эта лента — это чисто пробный вариант. Такого и гирлянды не будет. Будет красиво переливаться, бегать. Другая лента
другое количество светодиодов, другие цвета и так далее. Ну, сейчас я вам покажу, как горит оно из света. Вот так вот. Довольно-таки интересно и неплохо. Результат окончательный я потом запишу, когда покрасится крышка уже, другая светодиодная лента. Ну, в оконцове уже, так скажем. Ну, желаю всем удачи. Если что, задавайте, если что, вернее, задавайте вопросы. Ну, я думаю, этого вопросов тут не может никаких складываться. Потому что этих видео уже по поводу вот этих... Ой, тронул провод. По этих крышек уже полно. А, провод выдрал. Сейчас я покажу вам. Вот лист бумаги. Вот пока так залепил. Вот насколько короче сейчас. И она, в принципе, рассеивает весь свет. Всем удачи и добра. Пока.